В Иисуса вошли, в Нем посажены, в Иисусе родились, в Нем крещены, в Иисусе прозрели, в Нем исцелились, в Иисусе стали свободными, в Нем были искуплены. В Иисусе переступили грань невидимого, в Нем золотом покрылись, в Иисусе приобрели голубиные крылья, в Нем над суетой взлетели, в Иисусе вошли в огненные печи, в Нем прошли и проходят переплавку, в Иисусе познали истину, в Нем вышли из тюрем, в Иисусе приобрели мудрость, в Нем пришел мир в сердце, в Иисусе полноту всю во всем познали, в Нем вкусили хлеб сущий, в Иисусе оделись в броню праведности, в Нем освободились от самоправедности, в Иисусе припоясали чресла истиной, в Нем произошла перемена мышления. В Иисусе взяли в руки меч небесный, в Нем научаются руки брани, в Иисусе обули обувь и были посланы, в Нем благую весть понесли всему миру. В Иисусе приобрели щит веры, в Нем чрево Отца познают и познали, в Иисусе строят дом из камня, в Нем очень глубокий и основательный фундамент. В Иисусе происходит чудотворение, в Нем тьма убегает, в Иисусе все бури утихают, в Нем день покоя наступает. Он наши ноги на камни поставляет, и мир Божий, который превыше всякого ума, сохраняет сердца и разумы наши во Христе Иисусе.